Еще раз всех приветствую, ребят. Через пару минут у вас стрим поднимется. Ну, попросили задержку, поставлю задержку. Ну, запись придется разбить, конечно, на несколько частей. Ничего страшного. Будем надеяться, что все нормально будет с этой записью. Вот. Закончились евроквалификации на Home Story Cup. Квоты взяли. Два пропуска Гунфубанду, Птит Дрога и Нерчо прошел по лузерам. Молодец. Все-таки прошел. Спасибо тебе, Ромжик. Так, жду инвайта, но я думаю, заинвайтит сейчас меня. Там что-то уже происходит вовсю. Если сейчас меня не заинвайтит, еще потом... А, не, все нормально. Инвайт пошел. Ну, задержка 3 минуты, ребят. Как на игру Россия против победителей этого... Ну, видимо, это будет Австралия. Все-таки Япония чудо не продемонстрирует нам. Будет, естественно... Клинфит, и там будет без задержки. Я еще один стоп-старт сделаю. Вернусь к вам. Спасибо, ребят, всем за поддержку. Очень приятно сегодня, просто царски. Завтра насчет стримов не знаю. Днем, кстати, какие турниры завтра есть днем вообще? Сейчас посмотрим. 15. Так, Home Story Cup квалификация. А какая завтра квалификация? Европейская номер 2. Ну вот, наверное, Home Story-то я... Хотя, ну посмотрим, какие планы у меня будут на завтра. Я пока точно не знаю. Может быть, я буду занят. Но вообще, наверное, буду стримить завтра Nation War. Так, все, стрим пошел у вас уже. Возвращайтесь все, ребята. Будет круто. Ну что, Фулгор тут викторина у нас проводит на премиум, отвечайте. Зарабатывайте премиумы. У нас не соскучишь, и ждем старта. Старта пока нету. Ну там, естественно, сейчас болтовня идет какая-то. Ну скоро очень все начнется. Возвращайтесь назад, ребят. 200 людей почти куда-то испарилось, но я думаю, все нормально, они вернутся. Тем более... После двух игр Россия будет начинать. Ну, сколько потребуется, еще пауза уже была. То есть сейчас две игры будут без паузы. Если Австралия будет выигрывать, то очень быстро все это будет. Ну, не знаю, справится ли НХЗ со всеми. Давайте Альбиона посмотрим, кто это вообще, что за игрок.
Ну, стат слабее, чем у предыдущего игрока Протсу. Сулки здесь в этом даже, смотрите, в этом дивизионе. Настоящие сулки, корейский StarCraft. 47-9, и то, видите, как бы сразу начнешь. Не так-то просто начать взять и всех нагибать. Так, Ромжик, ну, я так не думаю, что Австралия, где там она сильнее, в каком месте. Вот. Но все равно нужно быть предельно внимательным. Я думаю, что тот же ЛЗ может 4-0 Австралию минуснуть, но как бы нужно собраться, плюс сервера разные будут. То есть в этом основная сложность в серверах, я считаю. Все, наконец-то игра начинается. Поехали. Ребят, через 3 минуты у вас, так как задержка. Все, слава богу, поехали, поехали. Посмотрим, что последний японец у нас умеет. Альбион, потом будет Джокер, если он проиграет. Я не знаю, кто будет на Джокере у японцев. Ну, наверное, который ГМЛ первый начинал, капитан. Пси-арк вот этот вот. Он, в принципе, был ближе к выигрышу, чем последний. А японец. Спасибо, Макс HV. Бой 7 у нас. Какой счет-то? 2-0 точно. Нет, не сюда. Сюда 2, туда 0. Альбион Протс. Посмотрим, что у нас протсы японские умеют. Так, уберу нахрен этот. Что-то много здесь параметров FPS. Если кому надо будет, потом поставлю. Пока уберу, чтобы он там не мешал. Хотя он не сильно мешает, с другой стороны. Ну, расу заслоняет. Кому-то, может, мешает. И кому-то, может, интересно. Все, начинает добывать газ НХЗ. Хата ставится. Здесь, кстати, через Nexus opening был от Протса. Чуть посмотрим, Альбион, как через Nexus у нас открывается.
Ну что, кто-то там отгадал, кто вино пил во время турнира из горла бутылки. Ну что, бустятся рабочие с двух нексусов. Здесь у нас лингов две штучки вперед выдвигать. Две, собственно, ZR2 линга и заказал. Третью хату. Заказ третья. Поздняя очень, через мув он фактически начал. Сейчас вижу второй газ. Да... А нет, я ошибся, ребят. А как, где я газ-то увидел? Нету здесь никаких газов и не добавлялось даже, что самое интересное. Ничего не добавляется. Это я что-то туплю, ошибся, не заметил. Точнее, сглючил, я бы даже сказал. Сталкер заказан. Здесь у нас овер залетает. Робо лучше не палить, конечно. Пользователь ЕХАЕ активировал премиум на ваш канал. Спасибо тебе, Фулгорыч, за конкурсы. Робо строится. Овер залетает. Может быть, с робо какой-то пуш будет. Может быть, с призмой Харас выход там в третий Нексус. Сейчас увидим и все. Здесь рабочих строят НХЗ. И... Врывается уже вперед по рабам. Третья хата, Роуч Ворон. Так, сталкер овера отгоняет. На второй овер тоже висит. Один газ добавляется. Здесь очень важная информация. Хотя не газ сейчас, кстати, не контролят даже. Что газа нет. Опа. Опа-па. Это стратолилбоу сейчас просто идет. Вот стопроцентно. И даже как бы не обсуждается этот момент. Потому что вы, кто видел, как Лилу играл с Жейдонгом, для меня была загадка, почему он на GPL не играл дальше так с китайцем Ясону и мог бы в финал просто изи, по-моему, выйти. Харас дестабилизаторами, и выход потом в блинк просто идет. Может быть, не будет выхода в блинк, но, по крайней мере, с Хараса дестабилизаторами все начнется. Во что будет там переводить японец это все, я не знаю. Опа, минус линк. Петреус. Я видел, что Петреус на эмблеме клана Даузерга. Кстати, куда-то она делала. А вот эта эмблема. Я так и предположил, что это Петреус, походу. Ну, потому что Петреус Новая Зеландия, Австралия, они там близко, как бы. Поэтому они его поставили. Здесь сталкер овера убивает, да не того. Залетает НХЗ. Робо видит, но он не видит Робо Б. Самого главного, что здесь мув. Призме делается. Но я думаю, что понял сейчас Сюзерк. Обязан он был понять. Нужно Нексус побыстрее выходить. Еще один дестабилизатор строится. Нужно снять уже с буста этот буст, потому что он иначе будет раньше времени готов. Он бы так доделался. Вот нужно фаржу сразу было ставить его, либо рабочих бустить. Нужно такие моменты всегда видеть, подгонять по тайм. Вот сейчас буст вообще в никуда. Вот это очень многие просто сейчас косятят. Я тысячу раз уже это подмечал, на это ваше внимание обращал вообще. Нельзя так косячить. Так, садится прям в призму. Дестабилизатор полетел харасить. Заказан блинк. Да, да, стратегия Лилбу именно вот эта с блинком сейчас идет. Крутая стратегия, мне она понравилась. Бустится сейчас. Так, а что бустится там? Один буст на фаржу, а второй на блинк. Да, все правильно, нужно бустить гриды. 50-57 по рабам. Сейчас залетит дестабилизатор на мейн. Ох, как роучи сейчас дестабилизировать можно. Да и рабочих тоже вполне. Так, кастуется в роучи. Так, второй-то каст где? Второго каста нету. Второй почему-то раз не стрельнул у нас японец. 78-107 по лимиту. Призму пытается убить. Не, ну призму прохладно так убивать. Вот издалека просто. Ну куда ты? Куда она полетела? Патрон не контролит. Не хватает контроля. Либо просто нервничает, я не знаю. Это минус дестабилизатор. Хотя не, посмотрите, зерк. Зерк испугался, потерял роучи в итоге много очень. Ну так, я бы сказал, никак Лилбу нахарасил, но что-то убил, и это самое главное. Сталкеров достаточно ли сейчас дома, чтобы отбиться от пуша? Это улын от зерга пошел, фактически роучи реведжеры идут только и все. Здесь проц видит прекрасно, это пробкой своей. Ну куда ты? Вот улети домой, отбейся ты с дестабилизаторами. Сталкеров здесь две штучки крестом, один пилон, все, пилонов вот здесь надо строить. Наконец-то пилонов заказывают. Дестабилизаторы наконец-то возвращаются. Сзади даже можно просто в спину сейчас, в спину выстрелить. Роучером, реведжером. Мимо вообще, просто мимо стреляет у нас проц. Второй попал более-менее. Мазерпор живой. Где у нас... Так, оверчажа 1, 2, 3. Как же медленно он все делает. Какой АПМ? 162, ё-моё.
Очень медленно все делает Протос сейчас. Да, варпа я тоже не наблюдаю, почему-то, хотя дестабилизатор минус. Ну, задумка была хорошая, исполнение на 3 с минусом, я думаю, если не на 2. Ужасное исполнение сейчас было. Контроль нулевый, просто Никсус падает. 80-134, здесь 3-0 от NXZ. Будем скоро решающую игру смотреть. Я бы не сказал, что Зерк что-то особенное здесь делает, но пуши сильные, сильные все пуши получаются. Казалось, в обсервер летит. Нет, не в обсервер летело. Сталкеров Давар проходит, но я думаю, сейчас зайдет просто на хайграунд и убьет. Вот дестабилизатор выходит. Ё-моё, какой патрон сейчас мог ворваться. Ну, чуток хоть Зерк сбиванул, и то хорошо. Можно отступить сейчас даже на хайграунд, не лезть, я не знаю. Не отдаваться жестко слишком. Ну да, с эссенцией это сбили в сходстве, там дыхака как появляется, 100 с чем-то, я помню, было там это из слов. Так что смотрите про эссенцию аккуратнее. Плюс 2 у Зерга раньше, чем у Протоса, что самое интересное, если с призма летит дестабилизировать. Смотрите сейчас, как ворваться, патрончик может, хорош вообще, сколько роущий поджарило, но 95-166, то есть это улын сейчас идет на... сталкерах плюс, вот это, плюс это призма раскладывать ни в коем случае нельзя, рейводжи разобрать могут. Криво, как же криво он патронами этими контролит, а? Да, автоматон нужно создавать японцам, робот по ходу дела, это точно. Так можно было взорвать несколько раз, но куда-то не туда врывался. Ну нервы это, нервы, тоже согласен. В официальной игре можно косячить. Вот патрончик подлетает, хорош, неплохо, кусочек отрезал, 100 на 170 по лимиту, здесь тоже кусочек неплохой отрезал. Вот почему сразу так при первом пуше вот этого не делал, не знаю. Сейчас уже как-то слабенько все идет, призму закладывает, раскладывает, сталкерами что-то пытается там фокуснуть, как будто бы, естественно, отдается сразу же. КД практически прошел. Да, ты там, ё-моё, понял, что сейчас погибнет дестабилизатор, и он бы и погиб, забрал назад. Но Нексус, Нексус уже давно должен был строиться. Я не понимаю, почему сразу-то не строил японец Нексус. Заказывает Нексус. Здесь у нас Зерк пытается пушить, собирается. Грейды только две атаки у Зерка, больше ничего нет. Тут дестабилизирует, пытается, японец летает, отдал дестабилизатора в итоге, особо там ничего не дестабилизировал. Вот из-за того, что Нексус восстанавливает только сейчас, а не сразу, вот этот весь контр-харас, который вроде как успешный был, он не особо полезен получается. Почему? Потому что сейчас Зерк выйдет в кайф, у него будет уже ультра скоро, и это будет ГГ. Минус призма сейчас. Сталкеры отдаются. Здесь плюс 2. Роучи, рейводжеры много дэмэджа имеют. Еще один дестабилизатор приходит. Ну да, что-то подрезает. Но ГГ в итоге Альбион пишет. 50 лимита на 136. Понимает, что здесь уже по экономике невытаскиваемая игра получается. И... GG. Ждем решающую. Быстро она стартует, я думаю.
Так, ну это изи вопрос, конечно же, Титанчик в иксе там всех разобрал. Жаль, что недолго живут такие вещи у нас, как икса. Ну там, да, там как-то, ну, народу было маловато, наверное, нужно в таких барах все трансляции проводить, не только StarCraft, а еще какие-нибудь там. Жду инвайта. Жду инвайта, ребят. Скоро, я думаю, будет инвайт. Пошел инвайт, захожу. После этого Nation War я сделаю опять же стоп-старт и я вернусь без задержки, потому что дальше... Пользователь Velociraptor активировал премиум на ваш канал. Только CleanFit дальше будет. Дальше не будет уже, как вы поняли, я думаю. В игре я не буду находиться. Но дальше будет Россия играть против, видимо, Австралии, потому что навряд ли тут уже отбиться получится. Что-то NXZ не самый, кстати, сильный игрок австралийский, всех японцев завалил. Ну, я думаю, что японцев никто и, ну, никто и не ставил на них, на японцев здесь. Хотя я удивился, что там ГМЛы, прям МЛы корейские. Я думал, сейчас японцы-то прям вообще всех разбирать начнут, да... Что-то эти МЛ и ГМЛ и корейские пока ничего не значат. Вот если бы это было в конце Ходса, тогда в ГМЛ кто-то корейском был из Японии, то он бы разбирал бы изи вот этих игроков, я думаю. Но все-таки начало Лотвы, и пока все слабы, видимо, это причина основная. Все, все готовы, сейчас начнется игра уже у вас через 3 минуты, конечно же. Поехали. Да не, японцам, наверное, и выступить-то здесь хорошо. Вот прикольно, что все нации подтянут. Все говорят, какая страна... Какая-нибудь страна. Просто о ней ничего не известно. Ну что, ребят, поехала игра. Всех благодарю, кто от блоки отключает, подписывается на премию. Ну и поддерживает меня и мой канал, конечно. Пацанам всем спасибо. Воевода Фулгорыч сегодня также фюр-фюр так делал. Еще кто-то был, разыгрывают премию. Мы сейчас тоже. Это круто. Вот, Nation War, и теперь они с нами на 2 месяца практически. Да даже больше, чем на 2 месяца. Нет, вру, не больше, на 2. 13 января финал будет Nation War из Франции. Это офлайн уже будет, это будет LAN уже. Вот. Так, Вайс Варана, погодите, это не Тиран выходит, а тот, кто бился вторым игроком, выходит от Японии. И пытается забейлингбастить оппонента с мейна. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Ну а весь декабрь будет у нас идти основная часть турнира. В декабре вообще много всего. В конце января сейчас DreamHack, в декабре
Хумс Тури Кап, в декабре вот этот вот турнир Nation Wars. Короче, много там всего будет, ребят, так что следите, не пропускайте. Будет круто. Ну, а в январе там тоже, я не знаю пока что. Самое главное, 30 мне самое главное будет. Как раз таки после Nation War финалов. Если бы наши там присутствовали, конечно, было бы вообще царски. Но посмотрим, что из этого будет. Линги прибегает. Сейчас, смотрите, не готов абсолютно сейчас к этому пушу NXZ. По-моему, японцы все-таки одну игру собираются взять. Королева падает номер один, королева падает номер два. Бейнов нужно заводить на мейн сейчас как можно скорее. Лингов дотекание все идет и идет сюда. Я сомневаюсь, что здесь NXZ может отбиться. Вообще, я уверен, что он здесь не может отбиться. Так, Беллинги 2 взрываются в никуда почти. Здесь линги все принимаются, они без мува. Здесь новые линги подходят. Плетка, конечно, готова. Беллинги мимо прошли. Не знаю, там задержка, что ли, у японцев? Куда Беллинги бегут? Ой, дроны, минус 14, 6, 13, фурабам. Да, японцы все-таки размачивают счет. Не будет у нас, не будет у нас 4-0. Привет всем, ребят. Ну что ж, молодец. Кто у нас дальше? Ягус выйдет, пик. Ждем. Интрижка тут небольшая. Она действительно небольшенечкая, я бы сказал, такая. Я думаю, что навряд ли реверс-скилл сейчас Вайс Варана сделает. Но видно, что как бы по пушу видно, что не крабит в плане контроля. То есть вроде как что-то умеет. Сейчас увидим, что умеет в следующей игре. Если Ягус, например, тиран выйдет, и еще кто-нибудь там выйдет. Ну что ж, ждем инвайта, сейчас будет пауза, после двух игр там пауза происходит. Инвайт пошел, но я не думаю, что она дикая, там 2 минуты обычно, как-то так. Ну что, ждем. Не понял я, кто сюда заходил, пока не видел я, если честно. Японец здесь, ждем его оппонента, мы сейчас... Не знаю, кто его оппонент. Вроде как пик следующим будет, видите, спрашивают про него сейчас. Зачем мне, я поеду на DreamHack MSK, если там только Dota будет? Если бы StarCraft там был, я бы еще подумал бы, и то навряд ли бы поехал, может быть, стримил бы, рестримил, точнее его. Ну а так-то точно не поеду. P
пик заходит. Да, ЗВЗ дальше тоже будет. Пик против Лаис Вараны. Ну, и Гус на самом последнем сейчас ставится. Кстати, хитрые австралийцы. Почему? Потому что они сейчас выигрывают чисто по ЗВЗ, например, а ЕГУС не покажет, какими стратами он с зергами вообще играет. Я надеюсь, что наши знают, чем там ЕГУС вообще играет. Ну что, 3 минуты рекламы сейчас у нас. Да, вошли 3 минуты, 3:44, отчет идет. Короче, через это время, через минут 5, наверное, игра начнется. О, красавица моя спит уже вовсю. Сегодня я показывал уже. Пользователь Миста Бревариас активировал премиум на ваш канал. Показываю еще раз. Так и хочется зацеловать. Но это потом. Ждем игры. Так, я не знаю, куда там мистер Бревариус, спасибо тебе. Я не знаю, это уже новый человек, например, подписался или нет. К тридцатке людей на премиум подписавшихся. Да, новый, посмотрите, еще один человек и 30 человек у нас будет сегодня на премиум подписавшихся. Это просто рекорд, наверное, мой личный. Не знаю, куда Гуди свичнулся, но Home Story Cup он не прошел. На Home Story Cup прошли Гунфу Банда. На Home Story Cup прошел французский проц Petit Droga, который какой-то турнир затащил, я помню. Короче, неплохой такой проц еще в ходе. С корейцами на равных абсолютно играл. Забыл я, что за турнир. То ли Asus ROG, то ли что-то такое. И то ли Copenhagen Games, типа того что-то. И Нерчево прошел третий, то есть два процесса зерк. Завтра вторые квалификации на Home Story Cup, вторая квали. Я не знаю, во сколько начинается, но, видимо, завтра буду стримить, я тоже. Я пока вам, честно говоря, не скажу. Может, выйду отдохнуть куда-нибудь днем. Хотя, навряд ли я выйду куда-то отдохнуть, наверное, стримить буду, скорее всего. Все, все готовы, по ходу это дело начинать комментаторы. Не комментаторы, точнее, на стриме там. Ну, сейчас от игроков здесь готовы они или нет. Здорово, Зил.
Ну что, пик против ФС Варана, есть шанс показать еще одну ЗВЗ в своем исполнении, в его исполнении. Нам посмотреть шанс крутом, я надеюсь, ФС Варана. Если он пига забреет, то будет круто. Ник Тирана в описании есть, Егус, да, его ник. Всех еще раз я приветствую, всем спасибо за внимание. Nation War крутейшие мы смотрим сегодня. Россия играет. Так, возвращаюсь сюда. У ВС Варана мув пошел. Ну, в этот раз он через хату играл. Пик уже третью ставит. Посмотрите, а-ля ЛЗ бил такой. Ну, можно словить тайминг какого-нибудь Беллингбаста хитрого, возможно, здесь, под эту третью хату. Выше мув-то, посмотрите, насколько раньше. Хотя на 25 секунд раньше, о чем тут. Также и Беллингнест в итоге будет раньше-то на секунд 20 всего. Тем более, что не сразу, не при первых 50 газа он был поставлен, а здесь пик уже тоже может Беллингнест поставить. Но нужно ставить, наверное. Да, пошел Беллингнест. Здесь разница вообще 14 секунд сейчас. Ну, короче, если будет играть японец агрессивно, я думаю, что не получится у него ничего сделать особо здесь. Так, закусали линга дрона. Бедный пользователь DA звездочка Винч активировал премиум на ваш канал. Да, 20 лингов, посмотрите, Беллингбаст пошел опасный. All in away. Пик прям видит, как беллинги морфятся прекрасно. Лингов нужно выводить вперед тоже всех. Нужно врываться, от пига тоже 4 бейна уже морфится. Линги врываются, ничего здесь нету, просто ничего здесь нет. Бейлингами главное сейчас зайти грамотно. Королева пытается подгрызть пигу японец. Здесь бейлингов принимает, двух грыз на халяву, остальных не получается. 4 бейлингов, 2-то не разменивает, ты что делаешь? Так все начиналось для японца неплохо, в итоге просто ужаснейший контроль. Пуш сливается, и пик здесь отбивается, у пика 3 хаты, у пига рабочих больше, это провал, полный провал. Конечно же, здесь нужно ГГ, скоро будет, скорее всего, писать ВАИС Варане, но быстрее увидим Россия, Япония, зато мы 30-й на премиум подписавшийся, респект за сегодня, очень круто. В принципе, в этом месяце еще будет что посмотреть, да и в декабре. DreamHack, например, очень скоро будет. Короче, у пига все замечательно. Здесь попытка перейти в Роуч Ворона идет. Я думаю, что с этого Роуч Ворона уже ничего не светит с ним, с этой стратой. Пик, тем более, контрпуш делает на бейнах. Здесь бейнов 0 в данный момент. То есть сейчас линги просто зайдут. Здесь все на морфе. Смотрите, бейны заходят. Прям в лингов взрывают. Все, пик сейчас. Правда, лингов теряет. Находясь, здесь еще 3 бейлинга идут вперед. Третья королева спускается, пик тоже тут криво законтроливает, честно говоря.
Ну, взорвал рабочих, двум дэмэдж нанес, и все, ничего дальше не происходит. 12 лингов еще от пига, рабочих больше, 26 лингов, 11 роучей заказ. Ну, ё-моё, пик может быть не готов к 11 роучам. Лингов такой массы, это хорошо, но если будут роучи беллинги, например, или роучи реведжера беллинги, то вообще жесть будет. Ну, на реведжеров здесь, правда, газа особо нет, особенно если бейнов морфить. Так что здесь, наверное, роучи, линга, беллинги стандартные, ходсовские, должны бы зарешать бы, по идее. Так, принимает бой сейчас Вейс Варана, идет к пигу беллингов. Вот из этих четырех лингов просто обязательно нужно заворачивать, иначе будет беда. Беллингов 4-5 штук заворачиваются, линги достраиваются. Пользователь МСЛД активировал премиум на ваш канал. Здесь беллинги только-только делаются, пик причем отменяет, точнее, Вейс Варана отменяет сейчас парочку. Бейны как-то криво дерутся, фокус бейнов. Есть, так, беллингов пик врывается, в роучи, точнее, пик врывается, знаете, роучи, линга, беллинги просто наказывают, минус пик, японец тащит сейчас, 4-3-2 счет станет, офигеть камбэк, ягуза мы сейчас увидим, это очень хорошо, потому что шанс посмотреть нашим игрокам, как этот вообще японец отыграет. Фу, японец, нахер несу херню, какую-то уже австралиец, конечно, как этот тиран отыграет. Минус пик здесь, 46-5-64, все-таки зарешал мастер лига японская, какие-то корейская, точнее, или даже ГМЛ корейский. Ну что же, сейчас еще, глядишь, и реверскил таким образом будет. Казалось бы, так провалил пуш, вообще ужасно, но просто потом пик не готов к роуч-ворону, закажи свой роуч-ворон, просто роучи построй, все замечательно было. В итоге все печально, здесь пул еще минусует у нас японец, минус пул. Пик роучи построил, ё-моё, брудлинги, линги, все наламывают, сколько ё-моё, брудлинги-то как здесь подмогли. Но линги дотекают от япошечки и минус пик. Ждем следующую игру. Великолепно. Японцы интригу дают, ну что же. Молодцы японцы, что я могу сказать. Вот вам и Австралия. Всех накажет. Жду инвайта. Жду продолжения. Интрига, интрига прям-таки. Сегодня, ребят. Ведь с первой премиум уже был сегодня. Пользователь Ебаршик активировал премиум на ваш канал. Что здесь происходит сегодня? День бесконечного премиума, что ли? 32. Ну что, Ягус, баркод. Давайте посмотрим, кстати, баркод. Корея, личные данные.
Будем знать, что тут у нас. Можно билды посмотреть. Баркод, сколько у него здесь? Так, 195. Хороший рейтинг. После Сулки второй идет. Хорош. Игус силен. Игус силен. Пацанам надо аккуратнее быть. Историю матча давайте глянем. Нужно сейчас сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12 палочек. Короче, Игус, насколько я понимаю, нужно билды нашим посмотреть, его просто зайти. Они скрыты что-то все, да? Все скрыто, все скрыто. Ладно, потом, короче, я думаю, наши знают что-то как. Поехали. Ну что, тиран пик. Так, 3-2. Счет у нас. Ну что же, ВС Варана доказал, что может наказывать. Смотрим следующую игру. Пользователь Наварж активировал премиум на ваш канал. Пользователь Аперлджа активировал премиум на ваш канал. Так, ребята, отвлекся, прошу прощения. Еще два премиума залетают. Ё-моё, что за пробрало-то вообще так? Так, дико. 34. Так, Рипер у Пига строится, прилетает. Начинает харасить. Готова королева. Ну, тут Рипер, смотрю, гранатки расставляет. Как-то японец заиграл прямо вот. В том ЗВЗ против НХЗ он так не играл. Вот сейчас он как-то четко прямо начал играть. 6 лингов, потерь пока нету. Здесь Рипер пытается наверх залететь. 2 точнее. Смотрите, как пик. Ягус криво законтроливает. Один отсюда, который оттуда откуда летит. Рипер себя гранаткой продемеджил. Королеву. И посмотрите, как уворачивается от гранат. Хорош япончик-то. Молодец, молодец. Блин, а он может ведь и камбэчнуть. Опасен чертяга. Так, добавил немножечко лингов. Пользователь Клавдиас активировал премиум на ваш канал. Лингов где-то штучек 12 сейчас стало. Не поймать здесь риперов, нужно спускаться вниз. Риперы улетают. Можно попытаться. Вот одного-то догонит, я думаю, японец с лингами. Нужно залетать на рампу. Куда ты гоняешься? Здесь рампа не застроена. Ну что за, блин, начну. Ну, японец считает, что нафиг ему не надо никуда туда лезть. Вот.
Пользователь Дэн активировал премиум на ваш канал. Так, ребят, все, прошу прощения, отвлекание закончено. Здесь танк уже готов, Либерата. Выход идет био, бараки добавляются, 30 сэшечки есть, но здесь-то золото у зерга. В принципе, развитие нормально идет. 8 роучей заказано. Сейчас роучи это перестраховка или пуш? Я пока, честно говоря, не понимаю. 600 минералов это очень много, но что-то с личинками проблемы постоянные у японца. Здесь у нас третья хат готов, нужно дронов заказывать под... Нужно дронов заказывать под эту хату сейчас. Да премиумов что-то вообще дичь. Я даже сколько? 1760, еще 6. 36 человек уже. Дичь какая-то. Даешь 50. Ну что, минус овер. Тут либератор забирает. Танк стоит. 1-1 грейды сейчас пойдут у пига. Два барака добавляются. Но пока все четко. ЦЦшка на золото вылетает. Вот сейчас бы на золоте поджать бы его. Хотя нету мувырующим и рейвазеров тоже нет. Здесь у самого японца золото есть. Будет ли он прессовать? Вижу про масс продакшн роущий по 9 штук и рейвазера. То есть, возможно, даже прессинг сейчас будет от японского зерга Вайс Равана против австралийского тирана Ягуза. Ну, здесь как-то на золото вышел, добыча, правда, не начинается, но пока я ничего особенного в игре Ягуза просто не вижу, абсолютно ничего. АПМ 230, да, но АПМ высокий. Ну, АПМ вы сами знаете, сжать можно куда угодно, сколько угодно, и все равно проигрывать. Два рабочих, минус тут либератор прилетает. Откуда он? Пиу-пиу начинается конкретное такое прямо. 5 рабочих убил по личинкам. Посмотрел, 10 линки забегают на мейн. Ягуз успел поднять верхушку. Хоть подгрыз бы, я не знаю, био там. Роучи реведжеры двигают вперед. Муф еще не готов. Здесь либератор раскладывается. Королева его уже атакует. Но он постреляет рабов. Посмотрите, он много. 5 рабочих застрелят. Нет, 3 решил улететь. Ягуз в итоге. Еще реведжеры морфятся. 75-48 по лимиту. Здесь не бункер еще. Нет, танк далеко. Вот это био можно сейчас поджать будет, кстати говоря. Попытку убить рабочего. Не видит всех юнитов у нас Ягуз. Оппонент свой. Линги приходит. Реведжер, ну давай, иди вперед. Танк на пересидж же один тут идет. Нужно танк забирать. Стимпачится сейчас австралиец. Заходит японец на хайграунд. Ну куда ж ты полез-то на ХГ-то? Ё-моё, тут ХГ. Так, в танки прям залезает. Реведжеры падают. Как же криво он наломился. Как же криво он наломился. Ё-моё. Просто ужасно там все в куче ведет, кликает туда, на муви зашел, отдал все, это пользователь провал. Пользователь активировал премиум на ваш канал. Это провал, ребятки. Спасибо пользователи за премиум, спасибо, ребят, всем. Очень приятно. Ну что, второе золото пытается. Я уж подумал, сейчас Вайс Варана готов тащить, но... Кривой врыв, и Ягуз разваливается, и все. Это печаль, это печаль. Ну что, идет убивать сейчас, ставить точку в этом Nation War. Ягуз 125 на 119 лимита. Кстати, боевого лимита у Зерга больше, но у него рабой отсутствует даже на золоте. Даже золото не раскачал, ошибка, конечно. Марики без щитов до сих пор, грейды 1-1. Здесь нулевое все, абсолютно нулевое все, так что... Так что, я думаю, закончена для Японии битва здесь. Молодцы. Вот пораньше начал бы тащить хотя бы этот чел, чтобы другим шанс дать какой-то. Пошла атака. Неплохая такая атака. Роучеры, реведжеры, флингов много. Пользователь K0 Бенделос активировал премиум на ваш канал. Ну, даже этого не хватает. Ягуз подсплитился. ГГ 4-2. Так, давайте Ягуза еще посмотрим. Может, чем-то это поможет нашим там.
629 поинтов, 109.65. Ну что же, после Сулки, да, место у него хорошее очень. Но историю матча, я так понимаю, не посмотреть ни хрена. А не, посмотрите, посмотрите. T7 против Мюнсика играл. Посмотрите, порядок действий. Даже есть здесь порядок действий, допустим. А что здесь еще есть у него? Здесь ошибка. А здесь что? Так, ТВТ. Какое-то. Короче, ребят, ждем уже Россия-Австралия. Сейчас еще ТВТ. Минсик еще раз откатал ягу за беднягу. Минус 17 кто-то откатал. Ну-ка, кто-то на минус 17 откатал. СВЛ какой-то просто, не знаю. Так. Нет, это не тот уже. Вообще, я только что добавил его. Куда он делся-то? Провал закрыл, и все. Ну, ладно, все понятно. Какой дивизион, там что да как. Так, возвращаюсь сюда. Нужно показать вам, что происходит. Aussi. Ouais. Et sans Benling, plus compliqué de, d'affronter un tank marine comme ça. Mais en tout cas, ils sont très bien battus. C'est ça, on, ils étaient un peu. Ils ont commencé à couler. Il y a eu de l'espoir, le retour. Ну что, ребят, делаю стоп-старт сейчас. Кто говорит-то где? Здесь кто-то говорит. Чё разные картинки везде, не понимаю. Короче, делаю стоп-старт, ребят, все, хорош. I'm not even gonna say what this